Здравствуйте, вы на канале HardZ.info, и сегодня я вам покажу, как включить либо же выключить вспышку в приложении камера. Чтобы включить или выключить вспышку, заходим в приложение камера, после чего нажимаем на иконку в верхнем левом углу, нажимаем на фотку, и у нас происходит вспышка. Вот, либо же вот так вот. Все. А чтобы выключить вспышку, тоже надо нажать на правый верхний угол. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.